6 мая. Продолжаем также жрать кашу. Но уже не с соленым огурцом, а с квашеной капустой. Время почти 11. Обязательно горчичное, которое должно быть в наличии. Микрофон забыл. Ближе должен быть. Надо будет еще и третий раз записать, да? И четвертый, наверное, за сегодня. Хотя хватит. Вот она ПП, да? Щадящая пища для желудка. Мелочиться. Распределяем. Лень вот эти. Через зачечье видно окно. Сразу вспоминается комментарий. Для чего это все? Ну, имеется в виду, для чего все это? Для чего вы жрете, блядь, на камеру? Не знаю. Надо отучаться жрать на камеру. Да. Просто после пол-литра водки у меня очень большой жор.
вчерашнего пол-литра. Думал в столовую, но что-то не хочу. Серьезно. Поднадоедать тоже оно. Фастфуд тоже не знаю. Не очень-то охота. Да и шашлыка, если честно, недавно ел. Ну, конечно, пожарим. То есть уже подприелось все. Вот кашу нормально. Но опять же, нормально, потому что второй раз всё ем. Когда доем эту кастрюлю, то и она надоест.